Всех приветствую, друзья, на моем канале Хацдак. Подписываемся, не забываем, ставим лайки, комментарии, все приветствует. Вот кутум, который я ловил в этом году, неделю назад, вот как раз здесь шамайка и кутум, который я поймал. Просто я в приправы кинул соль, и это все в холодильнике поставил, не морозильники, в холодильнике, и оно было там неделю. Сейчас я буду его отмачивать и буду его ставить на сушку. И для этого буду делать саму сушку тоже. Следим, как это все происходит. В общем, вот такой компот здесь. И кутумчик засолился. Так, сок выливаем. Вытаскиваем по одному кутумчику. И сейчас надо его нам промыть. Промывать будем его. Сейчас так промоем, а потом будем замачивать. Я его выровняю. Кутумчики 700 грамм. Вот такие кутумчики. Одна вобла тоже есть. Вот наша вобла. Вот такие кутумчики. Для сушки самый раз. Это наша шамайка. Это для второго раза не пойдет. Придется сбагрить его. Эта тара нам нужна, чтобы замочить эту рыбу. На эту рыбу у меня ушло 3 пачки соли. Закидываем сюда внутрь. Нам надо его, я не знаю, полдня замачивать. Буду в воде держать по полчаса, смывать воду, заливать свежую воду опять. И вот так, короче, пока я буду делать, она будет здесь полдня замачивать. К вечеру уже повешу.
Друзья, пока туда-сюда ходил, соседский кот пришел. Короче, вытащил одну рыбу. Заживал ее. Он заживал, заживал и убежал. Резкий движение сделал. Ну ничего, я думаю, кошки не заразны. Будем сушить. Будем сушить. Так, прошло где-то время, где-то час. Чай мы сливаем и переводим. Пару раз вот так замочим, сольем, а потом опять оставим замочивать. Щипку сделал, крышку не закрыл. В общем, друзья, ночью тоже это продолжается. В общем, я решил до утра эту процедуру делать. Процедуру споласкивания. Это все делаем, чтобы вымыть лишнюю соль, чтобы чересчур соленая не была, потому что она была неделю в соли. Максимально, короче, мы ее промываем и солим, и она будет шикарная. В общем, нам нужно для того, чтобы сделать сушилку, нужны доски. Там нижний пол, потолок, потом сетка, этот против комаров. 200 рублей это за 2 подъемника. Саморезы, карандаш, шурик и ломтик. Начинаем мутить, обмеряем на глаз и пилим. В общем, чуть-чуть, но это не важно. Вот такой высоты делаем. Будет вот такой высоты. Полного счастья, ушел свет. Сегодня не такой сильный дождик, слабый дождичек идет на улице, но свет отключился. Может, какие работы делать. Но нас это не остановит. Мы будем продолжать мутить. Так, два листа вместе подрежем. Зафиксируем. Чтобы они туда своим уходили, когда я буду пилить. У нас есть вот такая ножок. И будем пилить. Кажется, свет приходит, уходит. Вырезал вот такие углы, кажется, со всех четырех для доски.
Потом у нас сетка метр 10. Мы делаем метр. 10 нахлёст снизу будет. И 10 нахлёст сверху будет. Десятку отмерили. Видишь, Маша? Вот здесь уже. Все, время нацепанем. А потом будем ехать. Уже доски поставим, зацепим. Как полагается. Что-то получилось такое необычно. Сейчас я ее укреплю рейками, сделаю, между ними тоже рейки поставлю для вешалок, а потом я ее обтяну сеткой. В общем, друзья, вот поставил снизу такую доску, усилил ее, здесь поставил сверху. Короче, она жесткая уже стала конструкция. Сейчас здесь тоже поставлю вот так. И еще, не знаю, посмотрим, короче, сидим за процессом. Как она вообще выйдет. Вот такая вещь. В общем, вот мой рост. 1,80 м. Ну, 1,70 м. Дверцу сделаю, или боковую. Но, в принципе, проблем нету туда достать вещи от вещи. Или вот с лицевой стороны. Большой дверцу. Но здесь я... Полки будут, да? Короче, посмотрим. Короче, забиваем сетку. Сантиметр 10 наверх. Сантиметров 5 здесь, 5 будет. Да. Сначала по кругу дадим. Вот так. Вот это поворот. Облом век. Не расчет. Не дорасчет сделал. Мне надо было 3 метра идет, а я взял 2 метра. Да. Ну ничего. Возьмем их теперь. Надеюсь. В общем, короче, пошел я. Сетку забил вот тут. Пошел. Как раз один квадрат уже купил на дверцы. Будем сейчас. Сейчас от дверцы не будем делать. Сейчас сделаю полки. Для полок рейки закручу. А потом буду делать дверцы. Петли с горящих окон.
принципе, готово. Так, света нету здесь, но вот, вот такие сделаю. Две полочки пока. И потом в будущем вот на проволочке буду ставить эту рыбу здесь. Сейчас увидите. Но в будущем можно здесь еще дополнительно добавить полочку. Я две-три полочки могу добавить. Но мне пока хватает, чтобы они висели отсюда вниз. Мне мало, потому что. Вот такая конструкция. Сейчас здесь саморезики тоже срежу. Торчащие. Где у нас здесь тоже торчат петель? Срежу болгарки аккуратно. И все. Чики-пуки. Такая, короче, хем. Сверху поставлю металлический лист. Если она у меня будет там в огороде, на свежаке. Чтобы не промокало. Короче, друзья, в общем, сутки у меня эта рыба здесь мочится, споласкиваю. Вместо проволочек буду использовать электроды. Вот она, эта рыбка моя, которая сутки здесь в воде мочилась. Сейчас повесим. Мы ее будем подвешивать вот так вниз головой. Просовывать будем, где хвост. Если получится. Конечно. О, вот таким образом. Подвешу первый. Пока места вала. Вот так они будут у меня висеть здесь. Сейчас другие тоже принесу. Это рыба, которую кошка украла у меня, покусала и бросила там. Ну, я думаю, ничего страшного. Ну, уже начинает капать. Это деревянная мне. Ну, я ее покрашу. Белый цвет покрашу. Как освободиться. Так, мне три поменьше уже осталось. Это у нас Чамайка. Это у нас вобла. И еще одна шамайка.
В общем, вот так они могут здесь сушиться. Сейчас главное, надо закрыть эту капсулу. Закрыть, чтобы здесь муха не оказалась. Сейчас исследуем, разведчик, здесь нет мух. Вроде сегодня муха не летает, замерзшая. Так, закроем. Закрывается, конечно. Сейчас надо ее отнести на свежак, наверное, чтобы на свежаке стояла куда-нибудь сюда или вот здесь где-нибудь поставить. Вот и готова сушилка. Здесь можно мясо сушить, курдюк, мурдюк, потом что хочешь, короче, рыбу. Вот такая вот сушилка. Все. Всем всего доброго. Заходите в гости. Будем есть сушеный кутум.